Напомним, ранее следователи обратились с тремя ходатайствами об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу трем фигурантам уголовного дела о нападении на фельдшера скорой медицинской помощи и покушении на ее изнасилование. В настоящее время судом рассматривается одно из ходатайств об избрании указанной меры пресечения мужчине, которому непосредственно была вызвана скорая медицинская помощь 11 февраля 2017 года. Напомним, фельдшер прибыла в квартиру дома на улице Шелковичной города Саратова для оказания помощи. После того, как она зашла в квартиру, за ней захлопнул дверь хозяин жилища и сообщил, что никуда ее не выпустит. После этого женщина, испугавшись, вошла в ванную комнату, откуда смогла сообщить об указанном инциденте диспетчеру скорой помощи, и впоследствии передали сообщение в правоохранительные органы. Далее стали поступать женщине угрозы о применении к ней насилия, в связи с чем она все-таки вышла из ванной комнаты. В этот момент двое из присутствующих стали совершать действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения. Какую меру пресечения требует сторона следствия? Следствие ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу всем трем фигурантам.